1 июля 2021 года налоговая служба уточнила ситуации, при которых налоговые органы могут прийти с выездной проверкой в период налогового мониторинга. Как я уже упоминал, это в том числе связано со случаем, если не выполнить мотивированное мнение в срок до 1 декабря, следующего за периодом налогового мониторинга. Выездная проверка в таком случае назначается в течение 2 месяцев со дня истечения указанного срока. До принятия поправок в налоговый кодекс такого не было, и подобных ограничительных сроков не было закреплено. Налоговый мониторинг может обеспечить новый уровень реализации налогового контроля, направленный на выстраивание доверительных, прозрачных отношений между налоговым органом и компанией. Кроме того, поскольку одним из ключевых направлений развития режима является стандартизация требований к раскрытию показателей налогового учета и отчетности для крупнейших налогоплательщиков, переход компаний на такой режим может позволить им быстрее адаптироваться в таких условиях и получить для себя определенные возможности.